Так и надо, только ярко влево и забирай, и забирай. Ну ее, ее, ее. И передавай, да, да, с отрыва. Ой, давай, давай, да, да, да. По трицепсу. Хорошо. Продолжай, Вадимыч, трицепс дальше, трицепс дальше. Надо держать, нельзя тянущую в тянущую. Надо держать, держать. Партер! Ну а что, садись на болевой-то, садись. Сунул руку-то зачем подавать от ворот? Вадим, борись от косого, как и боролся. Только не обязательно идеальный косой. Рабочий поймал, передал. Рабочий поймал, передал. Снял ее. Перекладывай.
Еще, еще раз, еще раз. Первым тебя нету. Как ты меня не делал? Ору, вижу. Смотри, помните. И габосток чуть-чуть. Габосток подожди, не выйдет. Ты Штырмуров балду. Снимай, снимай руку, снимай. На ковер себя под... Еще, еще, еще разочек, еще эпизод, хорошо. Супер техника. Не надо это делать. Вадим, подожди ты эту руку прям. Вот, оп, подожди ее прям. Оп, оп. Или через ляси-пен такой можно. Вот, жди, жди. Сиди! Сиди! Делай, 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 правильно, делай уже. Алло. Не сюда не вздумай свалиться. Ноги отсеки туда рукой. Не надо пояса. Где швагмон? Все равно. На входе, да? Ну ладно, я сейчас посмотрю. Финальный замечен в самом категории до 68 килограмм. Победа одержал Гена Фанин.